Ну, скажу честно, для меня это даже подозрительно, что карамелька, ну, покакать, да, ладно, фиг с ним, мимо салфетки чуть-чуть передвинула, но не скомкала. То есть как-то у нее этот раз без дизайнерства обошлось. Где ты там? Ку-ку, девчонка, пойдем кушать, выходим. Да-да-да, пора, да, трапезничать. То карамельке не повезло, кушать она не будет, потому что при осмотре вот выявилось, что мы собрались линять. Да-да-да, сейчас вот глазки поймаем в объектив. Да, ну, он и сбоку видно, помутнели. То есть начинается всегда отторжение с линз на глазах. Вблизи, то есть глазки уже мутные, зрачка уже тут не рассмотришь. Ну и, соответственно, все, кормежки не будет. Она такая: что вы там показываете? Мне покажите. Да, что там у вас кормежек не будет? Я, может, буду, дайте мне. Так что малышка отправляется обратно, да, во влажной камере, будет дожидаться своей линьки и покормится только после нее. Как уже рассказывала, змей не кормят, потому что в процессе линьки неудобно им будет с расширенным, допустим, брюшком, в желудке же будет кормовой объект, соответственно, неудобно будет линять. Вот такого же калибра. Да, и каждая линька добавляет там нам понемножку миллиметров, да, сантиметры. За месяца полтора-два, скажи, добавятся точно. Так что растем. Угу, как-нибудь померяю. Вот такая красотень. Пока оставлю ребенка в покое. Вот таким уже калибром. Постелим новую салфеточку и вернем имущество. Пусть линяет. Хорошо, ела бы, конечно, в этом состоянии. Вопросов нет. Но это для нее обременительное будет мероприятие. Поэтому не-не-не. Все будем по правилам делать. Карамельки тоже. Длина тела позволяет одновременно в двух укрытиях побывать. Воду уже разлила. Это я и туда сходила, и там побывала. Везде одновременно. Какая прелесть.